Китайская автомобилестроительная компания «Чанган» входит в двадцатку крупнейших производителей транспорта в Китае. Поэтому, как и многие другие китайские производители, не отстает от тенденции производства маломощных кроссоверов. Одними из таких являются «Чанган CS55+» и CS35+. Оба кроссовера 2021 модельного года и были обновлены внешне за счет новых решеток воздухозаборников, новых бамперов, но неизменных от предыдущих моделей платформ и шасси. Между собой их отличия по размерам составляют 170 мм длины, 25 мм ширины и 30 мм высоты. При больших габаритах CS55 имеет колесную базу больше на 50 мм. Массы также отличаются на 45 кг. В техническом оснащении CS35 получил более разнообразные возможности на фоне того, что CS55+, имеет комплектации только с бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 лошадиных сил. CS35+ обладает бензиновыми 1,4-литровым турбомотором мощностью 158 лошадиных сил и 1,6-литровым атмосферником мощностью 128 лошадиных сил. Также отличия составляют коробки передач. У CS55 в арсенале только 6-ступенчатый автомат и механика, а у CS35 6-ступенчатый автомат, 5-ступенчатая механика и 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Максимальные скорости среди всех комплектаций достигают 180 км в час у CS55 и 200 у CS35. Объемы бензобаков отличаются на 5 литров. Как мы знаем, одним из основных параметров бюджетного обслуживания является расход топлива на 100 км. По данным моделям такая информация существует только в теоретическом виде и не превосходит 9 литров. Схожесть составляет и наличие только переднего привода у обоих. Функционал CS35 является менее цифровизованным, поэтому имеет механический ручной тормоз в некоторых бюджетных комплектациях. В остальных же ручной тормоз, как и у CS55+, электрический. Помимо этого, CS55+ доминирует над оппонентом с помощью адаптивного круиз-контроля в максимальной комплектации. У обоих дисковые вентилируемые тормоза спереди и дисковые задние, но большую эффективность тормозной системы имеет CS55+ в силу своей большей массы. Помимо 17 и 18-дюймовых колес у CS55, CS35+ может предложить еще и 16-дюймовые. Багажные отсеки этих моделей отличаются на 72 кубических метра объема. И как всегда, самый актуальный параметр бюджетного автомобиля – это его цена. Для представленных моделей разница составляет 200 тысяч рублей между схожими комплектациями. При анализе характеристик этих двух китайских братьев на передний план выходит кроссовер CS35+, как наиболее компактный и подвижный при относительной схожести технических данных от производителя. Для любителей же больших роскошных машин подойдет CS55+. Напишите в комментариях, что из них предпочли бы вы, или сравнение каких автомобилей хотели бы увидеть. Нам важно ваше мнение. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новостями вместе с нами.